Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 7. Из раздела подводим итоги. Проценты и десятичные дроби. Как проценты выразить десятичной дробью? Выразим десятичной дробью 39%. Чтобы процент выразить десятичной дробью, нужно числовую величину процента разделить на 100. Например, 39% – это 39 деленное на 100. Получается 0,39. Задание Б. 50% – это 50 деленное на 100. 0,5 или 0,50. Задание В. 6% – это 6 деленное на 100. 0,06. Задание Г. 230% – это 230 деленное на 100. 2,3. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.